меня вопрос такой, отец Григорий. У меня дочь больна с 2011 года психической болезнью. Я знаю, что надо причащаться почаще, чтобы было, да, улучшение на душе. Но она считает, что она не заслужила и боится туда идти. Спасибо. Я понимаю. Большое. Здесь, да, здесь, знаете, вот надо все-таки как-то объяснить священнику, поговорить с ним, потому что к больным людям для причастия проявляется крайняя экономия, крайне мягкий подход. 121-е правило 6-го Вселенского собора говорит: «Проявляй к страждущему сострадание, дабы не вергать душу страждущие в стремнины отчаяния». То есть, во-первых, надо ей медикаментозное лечение. Во-вторых, такого человека следует причащать без подготовки. Без подготовки. То есть, она принимает медикаменты. Вот просто, чтобы она приходила в начале, хотя бы в конце службы, к самому причастию. И, несомненно, ей сейчас покаяние абсолютно надо исключить, потому что бесы сразу же будут включать бредовые интерпретации, потому что человек будет чувствовать такие грехи, которых в нем нету. Поэтому вот в данном случае такого психически больного человека, который чувствует себя недостойным причастия, надо перестать вот просить его причаться без исповеди, чтобы разжечь костер души для начала. Потому что любая исповедь в данном случае, в данном конкретном случае, может очень сильно повредить. И надо человеку объяснить, что причастие – это исцеление грешников. Вот когда человек чувствует себя грешником, то надо, наоборот, чаще причащаться. Важно, чтобы Господь стучал в сердце. То есть нельзя насильно причащать, но объяснять, уговаривать. Возможно, поговорить с батюшкой, чтобы батюшка пришел на дом, поговорил. Будет очень важно, чтобы вот этот контакт установился. И, может быть, вначале на дому ее даже стать причащать. А когда немножко костер у нее разгорится души, тогда пригласить в храм. Поэтому обязательно следует сочетать медикаментозное лечение с причастием. Иногда некоторые православные люди, когда сталкиваются с психическими заболеваниями и попадают в психбольницы, там их выводят из острого состояния медикаментами и потом дают медикаменты для поддерживающего лечения дома. И человеку становится лучше, и он не принимает эти таблетки. И совершает тем самым большую ошибку, а через какое-то время это все возвращается. Вот что такое психическое заболевание? Это вот когда в проводах пробита изоляция, и провода искрят. А медикаменты – это изолента, которой завязываются пробитые участки. Конечно, лучше без изоленты, но иногда не обойтись. И психическое заболевание – это тоже дорога человека к Богу. Наоборот, иногда болезнь удерживает человека от очень многих злых поступков. У него просто нет достаточных сил, чтобы совершать злые поступки. Поэтому Бога надо благодарить за все. А в данном случае к дочери надо найти подход. Поговорив предварительно с батюшкой, это должен священник, конечно, сделать. Вот так, чтобы он проявил к ней мягкий, такой теплый, добрый подход. И тогда душа ее откроется, она станет причащаться, и на фоне причастия улучшится психическое состояние, и тогда возможно будет под контролем лечащего врача уменьшать дозу медикаментов, которые человек принимает вне больницы.